Приветствую всех на канале Лана Арт. И сегодня распаковочка посылочки от Садов России. Я заказала себе семена. Собственно, заказывала семена из семян колиуса. Итак, выгодно ли покупать в Садах России? Вот во сколько обошелся мне, вот во сколько обошлась мне эта посылка наложенным платежом. Так, вот сумма, на которую я заказала. Вот 535 рублей. У меня там скидка есть. Вот 535 рублей. Входит сюда 19 позиций. Так, сейчас вот начальные тут позиции, бархатцы, гвоздики. Вот такая стоимость. Сейчас, чтобы вам так вот было видно. Ну, я скажу просто по тем позициям, которые я вот сегодня ездила в Леруа Мерлен, именно за тем, что заказала в Садах России, а в общем-то за колиусами. Вот эти два колиуса... Колес черный дракон и красный бархат в Леруа Мерлен стоит 17 рублей. В Садах России они стоят черный дракон 32 рубля, красный бархат 34 рубля. Ну, то есть дороже. Здесь по 10 штук. Срок годности до 22 года. Может быть, я не буду в этом году вот именно эти семена сажать. Посажу семена Леруа Мерлен. И вот эти два колиуса я еще приобрела. Это солнечный свет, вишня в шоколаде. 62 рубля стоит. И солнечный свет арбузный. Это вот этот вот. Тоже 62 рубля 10 копеек. Вот они. 62 рубля стоит. Ха-ха-ха-ха. Три штуки. Три. Я, конечно, видела, да, там они пишут, по-моему, сколько штук в комплекте. Так, ну, в довесок к этим мне пришлось, естественно, докупать еще, потому что надо было посылку минимум на 500 рублей. Ну, вот на 535 у меня получилось, но в итоге, естественно, на 800. Так, что я еще взяла? Это... Флокс махровый, лилово-голубой. Это однолетник. Это флоксы Друмонда. Я уже посеяла один махровый. Там, по-моему, у меня смесь. Так. Лабулярия. Понятия не имею, что за зверь такой. Однолетник. А, сори, алисум. Вот... Нельзя где-нибудь написать для не очень просвещенных, что лабулярия – это алисум. Вот извращаются, конечно, эти производители и фасовщики. Вот алисум – это лабулярия. Это как аубреция и абриетта. Вот тоже я голову ломала. Так, флокс этнис, красный бархат. Это тоже однолетник. Это все флоксы Друмонда. Так, хризантема, махровое платье невесты. Это низкорослая растюшка. Специально вот еще посмотрела, там мне нужны были маленькие. Да, 20 сантиметров. Так, бархатцы гавайские. Почти красного такого цвета, красивые, ярко-рыжие. Так, это у нас высокорослые бархатцы, 90 сантиметров. Бархатцы эскимо, которые меня не взошли. Я попытка номер два называется. 35 сантиметров. Правда, ребят тут, которые сеяли его, сказали, что он так себе, он, собственно говоря, можно было и не сеять. Но уж я уже его заказала. Гвоздика Альвуда. Оттенки розового. Это многолетник. Так, бархатцы Паскаль. Вот эти простенькие, они, я люблю такие, они низкорослые. Я уже сажал такие. Вот, бархатцы Паскаль. А, вот эти вот высокорослые, по-моему.
Бархатцы Курт Джестер. 50 сантиметров высота, однолетник. Яркие такие очень. Так, арабис кавказский. Компинки или компинки, не знаю, компинки. Это многолетник. Вечно зеленое растение. Ну, такой почвопокровник, в общем-то. Так, бархатцы Килиманджаро. Это высокорослые. Ну, не особо. 45 сантиметров. Абриетта. Скажу, что она же аубреция. Ну, вот я купила однотонный, потому что я сейчас абриетту посеяла смесь. И там как раз больше нарисованы на пакетике-то розовые цвета. Ну, вот такие еще. 10 сантиметров. Многолетник. Колокольчик карпатский. Альпийская баллада. Многолетник. Горячавка ускалистная. Не сажала, не знаю вообще, что такое. Многолетник. Редкие по красоте многолетники. Ну, посмотрим. Надо еще вообще посмотреть. Посев семян проводят под зиму. Так, понятно. Так, гвоздика, травянка розовая. Тоже многолетник. Ну, вот многолетников я набрала. Что-то буду сеять в этом году, что-то все-таки оставлю на следующий год. Особенно вот эти вот колиусы. Скорее всего, тех, которые вот по 10 штук какие-то. Черный дракон и красный бархат. Вот посею в следующем году. Я тут посмотрела сейчас повнимательнее. Там, конечно, не очень четко прописано. Я вас обманула. В садах России в колюсах черный дракон. Семян 20 штук. А колюс волшебный бархат. Семян 15 штук. Так что, ну вот если брать этих 20 штук, 20-32 рубля, а там 10 штук за 17 рублей, то, в общем-то, в принципе, тоже на то же выходит. Это если не считать еще доставку, которая практически 50% от стоимости. Но здесь чуть-чуть подороже. Ну вот так. А на этом все. Вот такие очередные расходы я потерпела с садами России. Что делать? Красота требует жертв. Красота в саду. А на этом до свидания. Всем отличных дружных всходов, хорошей здоровой рассады и красивых-красивых цветов.